Многодетная семья является одной из категорий населения, которой со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка. И одной из форм такой поддержки на муниципальном уровне является предоставление дополнительных льгот по местным налогам. На территории нашего города около 6 тысяч семей являются многодетными, и решением Казанской городской думы уже с 2006 года многодетным семьям предоставлены льготы по уплате земельного налога. Проектом решения, представленным на ваше рассмотрение, предлагается освободить данную категорию граждан и от уплаты налога на имущество физических лиц. Налоговые льготы предоставляются гражданам, проживающим на территории города Казани, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет. Льгота также предоставляется детям, проживающим в данных семьях, в случае, если они являются собственниками долей объектов налогообложения. При этом многодетная семья освобождается от уплаты налога в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору. Это жилой дом или квартира, гараж или машиноместо. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, также относятся к жилым домам. Предлагаемые льготы по налогу на имущество физических лиц распространяются и на приемные семьи, в которых воспитывается 3 и более детей в возрасте до 18 лет. Для того, чтобы воспользоваться данной льготой, налогоплательщик должен будет предоставить налоговый орган заявление с указанием выбранных объектов, освобождаемых от уплаты налога, и документы, подтверждающие право на налоговую льготу. Срок подачи заявлений для получения льготы на 2015 год за 2015 год до 1 ноября текущего года. Депутаты, будут ли вопросы к докладчику? Хайруллин Андрей Баграмович, пожалуйста. Уважаемый докладчик, я от имени фракции «Единая Россия» выражаю вам благодарность на заседании фракции, на заседании комиссии. Депутаты, члены фракции, не единожды выносили этот вопрос. Спасибо, что нас услышали.